актриса театра и кино Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух совсем скоро отметят вторую годовщину свадьбы. Пара уже успела стать родителями, и теперь они воспитывают сына Льва. Встречаются супруги, и на работе во время тренировок и съемок шоу «Ледниковый период», новый сезон которого стартовал на Первом канале. Последний выпуск «Ледникового периода» стал особенно эмоциональным. Не обошла волна потрясений и пару Лизы и Никиты. После оглашения результатов проката Авербух бросился на Лизу Арзамасову с кулаками, таким жестом он выразил свое восхищение и радость. Сама девушка тоже не скрывала эмоций, как маленькая девочка она подпрыгивала и размахивала руками. «Мы так искренне радуемся, когда что-то получается, и расстраиваемся, когда что-то не удалось. А ваша поддержка для нас вдохновение», написала Лиза Арзамасова своим зрителям. Илья Авербух в недавнем интервью поделился, как ему повезло с женой. Более того, он заверил, что не допустит никакой истории с изменой в этих отношениях. Он считает, что измена разрушает чувства и самого человека. Судя по всему, совместные проекты только укрепляют его брак с Лизой Арзамасовой.